теперь мы с вами внутри космической станции. Так космонавты в таких капсулах находятся. Смотрите, соль, перец, всякие кнопочки. Еда такая. Туалет. Вау, такой туалет в космосе. Кран для мытья рук. Вау. Сказать, что, конечно, очень удобно это. Так, это комната. Так, представьте, в космосе, и мы смотрим окно иллюминатора, видим космос. Наша планета. Вот мы побывали с вами вот в этой космической капсуле. Как она выглядит у нас снаружи. Так, живут космонавты. Ого! Это у нас научно-исследовательская субмарина. はい、どうぞ。Там внутри. This is a deep sea submarine. Maximum 6,500 meters. So very high pressure. And this 2 meter square. And 3 person stay here. 3 человека сюда может подпуститься. Глубину идет где-то 6000, по-моему, с чем-то метров. And this wing. You can see the deep sea. And так мы исследуем море. Deep harbor, robot hand, robot. На глубине. Took some interesting thing and. Так, смотрите, это у нас, ну, кружка, скажем, да, с noodles. Вот это обычный размер. Тут показывается на каждую глубину, если опускать, то под давлением воды, видите, как они уменьшаются. То есть, если вот на глубине 6000 метров, смотрите, как кружка какая совсем сплюснутая, можно сказать. Вот такое давление под водой. Смотрите, вот это газовый баллон, что из него стало. Обычный у нас опять слева, а справа вот такой превратился такой баллон на глубине 11000 метров. Это также из стали сделан шар. И так, а это вот он так превратился в такой шар на глубине всего 230 метров. Ну, с пенопластом не все так плохо. Вот из такого кусочка пенопласта на глубине 2000 метров и на глубине 6500 метров вот так вот уменьшился.
наша субмарина, которая может опускаться на глубину 6500 метров.